Виктор, дай папу послушать. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Сейчас институт умирает. Я лично 3 раза приезжала в Москву. Виктор Михайлович Сычев возглавляет департамент образования. А что творится в образовании, не знает. Поработал бы у нас в институте. Я считаю, что это хорошая идея. Здравствуйте, вот он я. Там вода, Анатолий Аркадьевич. Есть хочу. Давайте поужинаем. Как скажешь, Софья Николаевна. Как скажешь. Твое слово закон. А после прямой линии вообще федеральный. Год культуры. С 22 ноября. Требуются серьезные инвестиции, Виктор Михайлович. Задница какая. Что? Я говорю, задница какая-то вырисовывается. Где я тебе эти инвестиции возьму?